кругу наших старейшин и лидеров мы решили сделать такую серию проповедей по посланию апостола Иакова. И это достаточно интересная тема, и вы будете видеть разные воззрения в течение последующих недель. Но вначале я хочу помолиться, и мы приступим. Я повторяюсь, если есть какие-то молитвенные просьбы, и вы запишете их в чате, то после проповеди мы как бы сообща с той командой и всем этим нетом, которым мы раскинулись на просторах земли посредством интернета, мы сможем сделать эту молитву и просить Господа Бога о помощи. И я еще раз напоминаю, Его рука не сократилась, чтобы помогать и поддерживать всякого, кто уповает на Него. Так нам говорит Слово. Ну и, соответственно, в эти неприятные, непонятные дни, когда пандемия продолжает двигаться везде, и как бы даже с вакцинациями никто не понимает, что к чему, есть разное мнение и все такое. Я думаю, очень важны слова из Писания: «Да обратится ко мне мой народ, да будут взывать ко мне, говорит Бог, и я очищу, и прощу их грех, и исцелю землю их». Поэтому вот это важная тема, а сейчас мы в Иакове. Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы наши сердца были открыты для Твоего Слова, и я молю Тебя, Небесный Отец, чтобы Ты дал нам также и понимающую долю, и долю, которую могли бы применить в жизни, чтобы мы могли быть наставлены и подготовлены каждому, к любому доброму делу и к любому даже недоброму делу, чтобы могли правильно противостоять и двигаться во имя Иешуа Мессии. Итак, перед тем, как я перейду к апостолу Иакову, я сделаю некую такую вступительную часть, и для этого сделаю маленький исторический обзор. Говорят, что когда Лютер развивал свою протестную кампанию, реформацию против католической церкви, был вот на выходе, на исходе, он ратовал за то, чтобы удалить послание Иакова из Нового Завета. И говорил, что в нем нет небольшого смысла, наверное, он сильно, есть упоминания, какие-то тексты, которые говорят, что он был сильным сторонником высказывания апостола Павла в 3 главе послания Римлянам. Там сказано, я читаю 28 стих, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Смотрите, Лютер был отравлен некоторыми перегибами, которые в те времена господствовали в католической церкви. Это был период, когда они много строили или пытались закончить множество строительных проектов, им нужны были деньги, и они тогда стали развивать такую штуку, как откуп от будущего суда, продажа индульгенций. И он, Лютер, сильно восстал на эту тему. Были там еще очень много вещей, которые в системе существовали, и он восстал против всех этих вещей. Но, будучи теологом, он прекрасно понимал, что католическая церковь заимствовала во многих поведенческих структурах много вещей из библейского иудаизма первого века и просто перевела это на рельсы своего движения. И поэтому мелеатхила, от самого начала Лютер был настроен против, и как Иаков, или брат Господень Иаков, он, или апостол Иаков, он был такой из наиболее еврейско- или иудейско-ориентированных авторов священных писаний. Вот поэтому, наверное, Лютер вдруг так его не полюбил, и особенно ему не полюбились слова, которые звучат в текстах Иакова, и там есть такие слова: «Если, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». То есть в Римлянах сказано, мы оправдываемся независимо от дел закона, а Иаков говорит, если вера не имеет дел, то она мертва сама по себе. Потому что если ты скажешь, что имеешь веру, а я имею дела, то я отвечу, покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе покажу веру мою из дел, потому что и бесы веруют,
но трепещут, потому что дел-то у них нету. И вот как нам найти вот этот баланс, что нам Иаков предлагает? Вот я делаю таких несколько коротеньких вступлений, чтобы дать вам пищу для размышлений. То есть Лютер не любил апостола Иакова. Чтобы нам приступить к Иакову, я хочу дать небольшой бэкграунд и описание иудаизма в первого века. Я не буду сейчас говорить про все. В разных моих комментариях вы можете это услышать и так. Но имеется в виду, что во времена Иешуа на территории Израиля не было одного единого иудаизма, подобно как сегодня во многих движениях учеников Иешуа есть разные деноминации, подденоминации, направления движения, группы, даже секты, что угодно. Так вот, во времена Иешуа было как минимум 15 разных направлений, от больших, типа фарисейских, до более маленьких, про которые мы с трудом читаем и находим о них упоминания в истории. Но мы знаем, что из больших это были фарисеи, и саддукеи, и есеи, и зелоты, ну и потом присоединилось движение мессианских евреев, которое развилось. Так вот, исследователи говорят, что в стилевом формате Иаков, так же, кстати, как и Иешуа ха-Машиах, очень сильно напоминали учение одной из фарисейских групп, которые возглавлял учитель Шамай. Это была такая консервативная группа, которая требовали более четкого и более сурового консервативного образа жизни. И, допустим, те же из слова, которые еще говорит, скажем, в Матфея, в 5 главе, где говорится, если глаз соблазняет тебя, если рука соблазняет тебя, это очень напоминает лашон или язык Шамая. Соответственно, если мы говорим про апостола Павла, то в стиле своего выражения он был из другой школы, было две школы, школа Шамая и школа Гилеля. Гилеля была более такая либеральная, более такая оптимистическая и свободная. Если бы сегодня бы я это обозначил словами, то назвал бы это, наверное, более харизматическая. И эти вещи мы читаем в устах Павла, который сам за себя говорит: «Я учился у ног Гамалиэля». А Гамалиэль был один из самых лучших и близких учеников Гилеля, последователь Гилеля. Поэтому мы видим здесь одну интересную штуку. Мы видим, что Священное Писание, услышьте меня, пожалуйста, мы видим, что Священное Писание, имея одного великого автора, Господа Бога, который посредством Святого Духа вложил умные, наставляющие, исцеляющие, оживотворяющие, дающие надежду слова в уста разных людей, тем не менее сохранил индивидуальность подходов и многоговорящих. Они имеют совершенно разные бэкграунды. И когда мы вот сегодня слушаем чьи-то проповеди, или когда мы читаем Священные Писания, то мы видим, что есть как минимум четыре составляющие, которые делают индивидуальным каждого служителя, проповедника, апостола, писателя и прочее. Так же, как и мы все до сегодняшнего дня. И вот эти четыре основные различия – это знание. То есть знание. Каждый знает свою меру знаний. Есть такие умные, что там прямо даже не понять. Есть люди, которые попроще, еще очень простые. Очень большое влияние на то, как мы преподаем материал, который мы читаем и воспринимаем, это традиция, в которой мы выросли. И мы не можем отвергать, что, допустим, один из учеников Иешуа рос в бедной рыбацкой семье на улицах какого-нибудь Капернаума, Кфар-Нахума, маленького городка, и все время там был в кругу и евреев, и неевреев, бизнес, и все такое, нужно было выживать. Или того же самого апостола Павла, который был из более такой образованной цивильной среды, тот же Иаков, брат Господень, из Назарета, из семьи плотника, а
гильдия плотников во времена Иешуа считалась такой самой умудренной гильдией рабочего класса. Даже была такая поговорка: хочешь научиться мудрости, иди спроси у плотника. Ну вот так вот говорили, по крайней мере. Итак, знание у каждого свое, традиция, в которой мы вырастаем, у каждого она своя. И я здесь ни в коем случае, даже не услышите этого, не осуждаю любую другую традицию, потому что что, человек выбирает, в какой среде расти, развиваться? Совершенно нет. Мотивация сердца – это третий пункт, который определяет различие. Каждый ищет чего-то своего, и здесь все люди равны. Но если знания и традиции видны в человеке, когда он выдает что-то на гора, то мотивация сердца – это что-то сокровенное, это я знаю, ты знаешь, он знает, она знает, но знает еще только один Господь Бог. Люди не знают мотивация сердца другого человека. Ну и еще четвертое, самое важное – познание Господа Бога. Это абсолютно личный элемент. Насколько ты чувствуешь Господа, насколько ты соединен с Ним. И вот комбинация и баланс между этими четырьмя вещами определяют говорящего. Знание, традиция, в которой он вырос, мотивация сердца и познание Творца. И, разумеется, безусловно, высшее откровение, которое мы сейчас получаем и имеем к нему свободный доступ, на основании Евреям 1:1 сказано, что в древние дни Господь говорил через своих пророков, а в последнее время говорит через сына своего возлюбленного Иешуа Машиаха. Но, как я уже сказал, даже когда Иешуа говорит, то он выражает ту традицию, в которой он рос как ребенок, впитал это, и потом откровение Творца, которое для него было, наверное, как открытая книга, я думаю, что это так, он выливал, но вот эта вот традиция, она оставалась. Короче говоря, я хочу здесь сказать, чтобы мы более позитивно относились к людям из других традиций, которые познают Господа, которые знают Его Слово, которые знают Спасителя, но их метод выражения, он несколько другой, и не надо сразу отвергать: а я такие вещи вообще не хочу. Короче говоря, Лютер пытался это сделать, выкидывая Иакова, потому что он вырос совершенно в другой позиции. Я его опять-таки не сужу сейчас, я просто хочу сказать, что Иаков на самом деле супер, супер крут. И еще одна вещь, которую я хочу сказать про Иакова. Иаков, по всей видимости, был, и здесь, наверное, некоторые удивлятся, но я вот так понимаю, и если вы понимаете иначе, это не, вообще не проблема, вообще не проблема. Я думаю, что Мария была второй женой Иосифа, то есть он был вдовец, и, наверное, ему было уже много лет, когда он взял в жены молодую девушку Марию, и у него, по всей видимости, были дети от первого брака, и, по всей видимости, Иаков был, наверное, старше, бахор. Почему я так думаю? Потому что, если вы помните, в Евангелии от Луки, в другом Евангелии есть картина, когда Иешуа проповедует, а Мария и братья и Иешуа, Иаков, Иуда, другие приходят, чтобы забрать его, потому что им показалось, что их брат перегибают. Они даже убедили мать Господа, что, которая была утверждена откровением с небес, что сейчас он делает какие-то лишние вещи. И там вот присутствовал Иаков, по всей видимости. И это говорит о том, что Иаков, то есть в еврейской среде, в ближневосточной среде, особенно в те дни, младший брат, если бы он был сын Марии, то он наверняка должен был быть младше Иешуа. Он не мог бы прийти и сказать: эй, старший брат, ну-ка слазь с этой сцены. Потому что в те дни старший брат, особенно когда умирал отец, был как отец. А если Иуда сводный брат Иешуа и, по всей видимости, первенец, то, возможно, он вот дерзнул эту штуку. И он, наверное, сомневался в своем брате до какого-то времени в первом послании к Коринфянам. В 5 главе, в 7 стихе, когда апостол Павел дает краткое исповедание своей веры, он говорит такие слова, что после воскресения из мертвых он явился
Кифе, потом 12, потом явился более чем 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и умерли, а потом явился Иакову, также всем апостолам. То есть он явился Иакову, и вот этот на момент, когда сомневающиеся в божественных способностях Иаков, в божественных способностях Иешуа, Иаков вдруг переживает откровение, и он становится крайне-крайне центровым в позиции Слова Божьего, авторитета в Первом Иерусалимском собрании, и также участвует в соборах. То есть это был особенный человек. Кстати, про него есть даже в ортодоксальных источниках, которые не принимают господство Иешуа, про Иакова есть упоминание, и он уважаем всеми. В этих вот комментариях Иакова уважаем всеми. Почему? Там при храме были люди, которые были последователями Иешуа, безусловно. Мы читаем про это в Деяниях апостолов. Там написано, десятки тысяч из священников покорились веры. Но были масса других, которые не покорились вере. Так вот, те непокоренные вере тоже уважали Иакова, потому что он был явным слугой Творца, молитвенником и ходатаем. Даже говорили, что у него колени из дубленной кожи, потому что он молился ниц, ходатайствуя за народ. И мы знаем из истории, что в какой-то момент, когда он отказался отречься от веры и своего брата в Иешуа, какие-то особенно воинствующие из саддукеев сбросили его с крыла храма, и он разбился. И вот именно в свете этих историй, которые я вам сейчас рассказал, я хочу толковать послание к Иакову. И вы знаете что, когда читаешь вот это послание и знаешь историю Иакова, хотя бы вот этот маленький бэкграунд, который я вам сейчас дал, то ты сразу начинаешь понимать, что он в послании Иакова про себя самого пишет. И это здорово, потому что он переживает что-то и пишет то, что он переживает, возможно, с поднятиями и падениями по жизни, и даже в некотором роде пророчествует о самом себе, о своем будущем. Ведь когда он погибнув, пройдя все испытания и искушения, то получил явно венец жизни, о котором он сам потом и пишет, ну, до этого пишет в первой главе послания Иакова. Окей, сейчас я хочу говорить прямо по тексту. Прямо по тексту. Итак, пусть Бог поможет нам, давайте изучать Иакова прямо по тексту. Первый стих. Иаков, раб Бога и Господа Иешуа Мессии, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Ну, во-первых, он желает всем радоваться. Но здесь наверняка многие скажут такой вопрос. А кому? Кто эти 12 колен? Я вам сразу скажу. Наверняка я не знаю. И есть как минимум 3 разных воззрения на эту тему. Скажу вам, чтобы, ну, может быть, даже ваш интерес поднять, побудить комментариям и побудить к исследованию. Есть разные мнения. Одно из мнений говорит, что когда Иаков говорит к 12 коленам, а на время, когда он пишет это послание, уже прошло несколько сот лет, как царь ассирийский 10 колен увел в рассеяние, и они потерялись, кто его знает, где они. И когда Иаков пишет эти слова, он как бы пророчествует, подобно как Иезекииль когда-то стоял над полем мертвых костей, и он ему дух говорит, пророчествуй этим костям, чтобы ожили. И здесь Иаков вот примерно в таком же рисунке, как древний пророк Иезекииль, говорит 12 колен, которых перед собой он не имеет. Имеет перед собой 2-2,5 колена, но не 12. Это одно воззрение. Есть другое воззрение, которое говорит, что во времена Иешуа или Иакова в первом веке были остатки этих 12 колен в полном составе, просто в маленьких количествах. И они, да, жили на территории Израиля или известных Иакову и ученикам того времени
общин по всему лицу Асии, не Азии, а Асии, Европы, возможно, выше. И некоторые говорят, что, скажем, на Иберийских островах жили из колена Иуды, которые потом захватили Британию, как мне рассказывали друзья. И слово «Британия» имеет ивритский корень «Брит-Ания». «Брит» — это завет, завет народов. Или Дания, потомки Дана, или как в Афганистане живут пуштуны, потомки Нафтали. Я не знаю, правда это или нет, но это один из вариантов, что Иаков писал в общины, которые состояли из представителей, живших на то время 12 колен. Сегодня мы с трудом понимаем, с каких мы колен, и даже Коганим, или потомки Аарона, говорят, что у меня фамилия Коэн или то, или другое, говорят, вот я из потомков Аарона Левия, и то это не всегда до конца работает. И правда, наверное, сейчас это не так важно, но я не об этом. Возможно, третий вариант. Когда Иаков говорил 12 коленам радоваться, он подразумевал что-то более глобальное. Ведь в свое время в Деяниях апостолов, в 15 главе, когда шел спор, как евреям поступать с язычниками, именно Иаков встает с откровением и говорит: «А не это ли время, когда Бог восстанавливает скинию Давида падшую и призову все народы в нее?» И он под словами 12 апостолов, или, прошу прощения, 12 колен Израилевых, он подразумевает всех людей вообще, которые посредством Спасителя Иешуа прилепляются к Израилю и становятся частью вот этого Божьего народа. Короче говоря, выберите себе одну из трех версий, и можете выбрать любую или составить третью, не так важно. Это на нашу веру сильно не влияет, и понимание последующих стихов, да, сильно не влияет. Но я просто хотел, чтобы вы знали, и некоторые спрашивают, что это за 12 колен? Ну, наверняка мы не знаем. Короче говоря, мы читаем дальше, идем ко второму стиху, но вот со второго стиха начинается самое интересное. Потому что здесь Иаков вдруг начинает говорить о experience, о самых задаваемых вопросах верующими людьми, попадающих в сложные обстоятельства. Часто верующие говорят: а почему я попал в них, в эти сложные обстоятельства? Ведь я верующий человек, я искуплен Господом Богом, почему я там? И Иаков говорит и комментирует, и он пытается направить человека не в сторону ропота, а почему это на меня свалилось, а направить человека в сторону, чтобы он подумал и рационально, подойдя к этому вопросу, получил важнейший урок в жизни, который в современном выражении звучит примерно так: всякое обстоятельство сложное используй как трамплин к чему-то лучшему. Ну, я по-модерному высказался. Также можно посмотреть на это немножко иначе. В молитве Господней есть такие слова: «И не введи нас во искушение». Помните, наверное. То есть Господь учил учеников, молясь к Творцу, говорить: «И не введи нас во искушение». А здесь как раз про искушение-то и пишется. То есть Иаков как бы дает расширенный вариант понятия, что такое «введи или не введи во искушение» в следующих стихах. Также вполне возможно, что он для мессианской общины пишет «алаха». «Алаха» на иврите – это свод правил, как жить. И он не дает свод правил, как жить, как ходить в ванную или там в туалет, или как готовить еду, потому что для евреев были свои уставы, и он говорит: так правильно. Для неевреев у них были свои какие-то традиции, и он туда вообще не лезет. Но он говорит, как проходить вот эти вот сложные моменты жизни, искушения, испытания жизни. И он здесь вставляет как бы аллахический коммент, помогающий нам преодолевать сложности. И вот он говорит следующие слова, и послушайте, он дважды их повторяет про испытание или искушение. В русском варианте они пишутся
по-разному, на иврите, на греческом, на многих переводах это всегда искушение, нисайон. Слово, которое обозначает, что человек проходит какие-то очень отягощающие, сложные обстоятельства. И вот он пишет такие слова, я прочитаю оба места, это все в первой главе, первый раз это со второго до конца четвертого стиха, а второй раз это с 12 стиха до конца 15. Это все в первой главе, и это все об сложных обстоятельствах нашей жизни. Давайте послушаем прямой текст. Второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание или искушение нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Дальше идут какие-то дополнения. И он опять говорит, блажен человек, с 12 стиха, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Я повторяюсь, здесь везде в оригинале написано одно слово, не испытание, как что-то такое, как тестовый, тест-кар, а искушение, 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 что ты попадаешь в сложные обстоятельства по каким-то причинам, через момент мы поговорим об этом. Итак, в первой части вот этих с великой радостью со 2 по 4 стих, когда Яков говорит про вот эти вот искушения, он как бы сразу говорит нам, друзья, только не поступайте, как израильский народ после выхода из Египта, когда на них стали падать всякие напасти, стал роптать. Но через искушение приобретите терпение. И это как бы такая вступительная часть. Тебе тяжело? Ничего. Главное, чтобы вот в этом тяжелом обстоятельстве ты научился терпеливо переносить. Знаете, сегодня большинство людей не любят вот этого терпеливого перенесения чего-то. Мы больше народ инстант-кофе. Вы знаете, что такое инстант-кофе? Это ты берешь чайную ложечку, кидаешь, залил кипятком или даже холодной водой, и уже кофе есть. И некоторые крайне любят такое кофе, я нет. Я предпочитаю потратить сколько-то минут до 10-15 и сварить себе кофе. Но я все равно скажу, что это все равно народ инстант-кофе. Потому что те древние, они могли в уповании на Бога проводить значительное время в уповании, в молитве, чтобы пройти через терпение. Вот я вам сейчас говорю эти слова и просто вспоминаю такой вот как бы неподражаемый образ пророка Ионы, который, по-русски говоря, с ума сойти, 3 дня и 3 ночи был в чреве кита. И в вони, в зловонии, в работе этой пищеварительной машины он на что-то надеялся, уповая на Господа Бога, вырабатывая в себе самом высший уровень терпения, чтобы потом удостоиться таких слов, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, в первой части, когда Яков говорит про искушение, он говорит, цель любого искушения – это терпеливость и последующие за ней исправление, чтобы мы были без недостатков. И он только одну вещь добавляет, он только одну вещь добавляет посреди этого разбора. Иногда вот это вот время, когда нужно терпеть, сильно растягивается. И мы начинаем утруждать себя вопросами, почему это? Почему это? И чтобы не скатиться в уровень ропота, Иаков нам говорит,
А у кого не хватает мудрости понять, почему ты попал в такие обстоятельства, проси у Господа, не сомневаясь, и даст вам. Что значит «проси у Господа и даст вам мудрость»? Проговорит с неба? Прочитаем в Библии? Да, 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 на любой из этих ваших возгласов «да», потому что иной раз ты читаешь, что-то тебе говорит, ты включил какую-то программу по телевизору, тебе сказал, ты разговариваешь с друзьями и услышал какую-то нотку, особенно когда ты в сложных обстоятельствах, в искушениях вашей веры, и вдруг какое-то слово, даже напрямую не связанное с твоей ситуацией, вдруг дает тебе понимание, и не только понимание, но и пути выхода. Это важно видеть в том, чему Иаков нас учит. Итак, первая часть вот этого заявления о вере, это что-то глобальное, где он говорит терпение и как результат исправление. А по дороге, если вы потерялись, просите мудрости. Но с 12 стиха Иаков опять начинает обращаться и уже здесь копает глубже к истокам, откуда это искушение или эти сложные обстоятельства появились, зачем он так делает, почему не делает одним текстом, я не знаю. Возможно, он смотрит на пример, который записан в книге «Бытие». Если вы помните текст книги «Бытие» 1 и 2 глава, 1 говорит о сотворении Богом всего космических масштабов, а 2 вдруг приближает увеличительное стекло и показывает только два объекта – сад и сотворение человека. Возможно, здесь Иаков пользуется абсолютно такой же схемой, когда он говорит «суть искушения», чтобы мы выработали терпение и избавились от недостатков, поэтому он говорит, радуйтесь об этом, друзья. А во второй части он говорит такие слова. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Что мы здесь учим? Здесь мы учим, что Иаков говорит нам следующие слова. Другие, он говорит, пожалуйста, вначале проанализируйте, почему вы попали в такую кашу, в такую вот ситуацию. И он говорит, посмотрите, есть всегда линейка, одно за другим идет. Вначале похоть, потом грех, а потом смерть, ну или не смерть, а вот эти вот сложнейшие обстоятельства, в результате которых Господь допускает в нашу жизнь самые разные обстоятельства, чтобы нам исправиться. Я сказал слово «Господь», сейчас я поясню, почему я сказал слово «Господь», потому что все равно в любом Бог над всем, хоть здесь сказано, Бог никого не искушает злом, но я вам покажу, как это работает, или постараюсь показать. Хотя, если у вас свое мнение, без проблем. Похоть. Я сразу вспоминаю два персонажа в Писании, уверен, что вы их тоже хорошо помните. Иуда, наш великий праотец, и его родный брат Иосиф. Иуда, загоревшись своей похотью, переспал с Тамар или Фамарь. Понятно, что Господь вырулил эти обстоятельства в благословенное русло, но мы читаем, что с того момента они не жили вместе, и, являясь законными супругами, не были вместе до протяжении смерти Иуды или Тамар, там не знаю, кто там первый умер, и вы можете представить, что Тамар с одной стороны была красавица, а Валь с другой стороны, Иуда всегда, наверное, переживал, что он совершил реально грех, ну не даже не просто грех, не просто прелюбодеяние, это практически кровосмешение, потому что она была плотью одного из его сыновей. И я думаю, что он мучился с этим грехом до самой смерти. Иосиф, его тоже, как молодого парня, наверняка искушала в
все, что там было в доме Потифара, потому что он в 17 лет вдруг достигает уровня управителя дома, наверное, красив лицом, как и все сыны Иакова. И когда смазливая жена Потифара вертится вокруг, возможно, он в своем юношеском теле чувствовал гормональные порывы, но в подражение Машиаху отодвинул это. То есть у него была, ну, то, что называется, похоть. Как хотите, говорите это. Это есть у каждого человека. Но он мог поставить, в отличие от своего старшего брата Иуды, раздел и не пошел туда. Я просто здесь хочу сказать, что похоть или сомнение, или предгреховный опыт, я не говорю сейчас только в сексуальной сфере, в разных самых направлениях, может быть у каждого человека. Здесь мудрость, уповая на Бога, дисциплинировать себя и остановить. Если мы уже стали говорить о похоти, я хочу сказать, что Священное Писание нам говорят как минимум о трех видах. Наверное, есть больше, но есть такие три класси. Шлуша, дугмаот, шелпитуй класси. Три опыта классической похоти. Про них говорит апостол Иоанн. Он говорит, похоть плоти – это сексуальное раздражающее. Похоть очей – это зависть. Примерно то, о чем говорится в десяти речении Моисея, что «и не захоти, и, ну, не пожелай». Не завидуй, потому что зависть сущит хвост. И гордость житейская, когда я любыми путями, мне не надо даже деньги, мне не надо даже это, я хочу стоять у власти и рулить другими любой силой. Короче говоря, это три вида похоти. И когда здесь, я вам сейчас рассказываю про это, то вот здесь как бы Иаков говорит, вы преследуете, какого плана похоть влияет на то, что вы попали в эти сложные обстоятельства, потому что похоть может родить грех, если вы его не остановите, подобно Иосифу. А грех рождает смерть или вот эти вот ужасные обстоятельства, когда человек просыпается утром и говорит, лучше бы я умер. Я думаю, некоторые меня понимают. И когда мы понимаем суть этих обстоятельств, тогда мы можем вернуться назад. Потому что раскаяться на иврите – это ласот чува, вернуться назад, обернуться к истоку, сказать Господу, Боже мой, вот здесь я согрешил, прости меня ради Иешуа и удержи меня от продолжения. В этот момент в тебе начинает срабатывать сила искупления, которая жертвой Машиаха начинает смывать с тебя грех, и обстоятельства начинают исправляться, когда ты в смирении, в терпении, в покаянии обращаешься к Господу, а не просто ропщешь на свою суровую, суровую долю. Но что имел в виду апостол Иаков, когда говорит, Бог никого сам не искушает, потому что не искушается злом. Я попытаюсь пояснить этот вопрос, надеюсь, я смогу, но вы должны для этого понять, что я подразумеваю. Человеческое тело или человек живый – это система своеобразная. И все знают, хоть медицина сделала грандиозно высокие шаги, но до сих пор, я думаю, что медицина знает о теле человека, о функционировании всех его органов, ну, реально не чуть-чуть, проценты, считанные проценты. То есть, я не думаю, что даже до 10% доходит, но я так думаю. Если вы думаете иначе, нормально. Я думаю, что мы познали человека на микроны, чуть-чуть копнулись. И с другой стороны, описывая процессы, происходящие в теле человека, то есть констатируя факты, медицина и наблюдатели продвинулись значительно дальше. И вот говорят, вот человек, начни его кормить всякой гадостью, вот возьми и корми, сделай опыт. Ну, хотя не на всех это срабатывает на самом деле, но на большинстве, вот возьми человека и начни его кормить всякой гадостью, и через полгода
он будет выглядеть не очень хорошо. У него там и сям будут болеть. А если боли, а если продолжишь эксперимент на 10 лет, то можно за 10 лет даже при таком плохом обращении, плохой кормежке, фастфудом и еще какой-нибудь гадостью угробить человека. Угробить человека. И знаете, если же взять вот такого деградирующего, разрушающегося человека и посадить на правильное питание, дав ему правильное, соответственное, его система начинает восстанавливаться. Понятно, не до 100%, потому что мы живем в мире, в котором существует грех, сорванные балансы, и любая, даже совершенная система идет к нулю. То есть мы знаем второй закон термодинамики. Я не об этом сейчас. Но мы можем видеть, как излечивается человек. Так вот, Господь Бог, сотворив мегасистему, напитав ее структуризацией и жизненными силами, которая в иврите называется Тора, не список законов, логически понимаемых, а нечто, что сочится по всему, удерживая эту систему в правильном сбалансированном состоянии. Бог как бы в стороне от этого. То есть система двигается, а он как бы в стороне, хоть, конечно, не в стороне. И вот в этой системе, когда кто-то грешит, система бьет ему по голове. А когда кто-то делает добро, система благословляет его, чтобы балансироваться. И понятно, некоторые вещи не приходят моментально, но в конечном итоге, всегда баланс есть. Царь Давид когда-то не понял этот баланс и говорит: «Я позавидовал грешным». Он говорит: «Я старался быть всегда праведным, но позавидовал благоденствию грешных. Но потом Господь открыл мне глаза», там написано, «я вошел в храм его и увидел их будущее грешных и понял, слава Богу, что я убегал от этого». Короче говоря, когда мы приходим к первой главе Иакова, мы видим, что Иаков говорит нам: люди дорогие, нету жизни человеческой, в которой нету сложностей. Но проходя сложности, сразу же начните понимать, пытаться понимать, почему вы в них попали. И прочувствуйте похоть, которая порождает грех, и которая порождает или смерть, желание смерти, или смертельные обстоятельства. И вернитесь назад, покайтесь перед Господом Богом. И как пример, в этой же первой главе Иаков дает пример вот одного из грехов, и он с 20 стиха начинает говорить о гневе человека. Он мог говорить и не о гневе, он мог говорить, скажем, о излишней сексуальности. Ну, то есть он пишет, «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте», это 19 стих, «всякий будет да скор на слышание». Медленно слова, медленно гнев, 20 стих, «ибо гнев человека не творит правды Божьей». Он мог взять и не гнев, он мог говорить про избыточную сексуальность или жадность. Знаете, что такое жадность? Скупая жадность. Или ревность. Знаете, что такое ревность? Это когда я моего супруга, я мужчина женщину, а женщина мужчину в своей семье, ревнует к столбу. И это вот бывает иногда настолько ужасное состояние, что на каком-то этапе, вот эта вот ревность, я тебя так люблю, что так ревную, приходит на паранойю, а потом человек начинает быть психически неустойчив, и их семейные отношения становятся адом, потому что друг другу не доверяют больше. И вот тебе, пожалуйста, сложные искушения вашей веры. Что нужно сделать? Нужно вернуться назад и попросить прощения, и дисциплинировать себя. Итак, это может быть гнев, это может быть сексуальность, жадность, гордость. Есть гордая гордость, а есть очень тихая гордость, что я вот такой вот, а вы все, простите за выражение, дебилы. И я просто, мне не повезло в жизни, и я пробиться не могу. Но вы все равно все ничто. А я вот здесь со стороны такой крутой. А есть такое. И человек как бы влачит реально проблематичный образ жизни из-за того, что его вот эта вот начальная гордынька,
А нужно сказать Господу: прости меня и очисти меня от гордости. И срабатывает Писание, которое говорит: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кстати, упрямство тоже такая штука. То есть мы я очень-очень принципиальный человек. Но, люди, если тебе правду говорят, ну, поступи своим принципам, которые иногда может из-за традиции, в которой ты вырос, быть не вполне правильным, и сделай шаги назад. Итак, разберем Павла, Иакова. «Итак, возлюбленные мои, всякий человек, с 19 стиха 1 главы, будет скор на слышание». То есть не реагируйте мгновенно. То есть услышал, но медленно слова, реагируй медленно. Я учусь этому до сегодняшнего дня. Мне уже не вчера родился, а я до сегодняшнего дня учусь. Говорю вам эти слова, говорю эти слова себе. Медленно на гнев. То есть не поднимай голос, не начинай сразу. И я так же, как многие из вас, учусь этому сегодня. «Ибо гнев Божий, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему отложите всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». То есть, если ты знаешь, что у тебя черта гневливость, то молись о кротости и развивай кротость. Если у тебя гиперсексуальность, или гипержадность, или гиперревность, или гипергордость, или гипер-гипер-гипер, то проси баланса, потому что мера гнева тоже должна быть. Мы не забитые животные, которые на все должны реагировать «му». Мы можем гневаться, когда есть явное непотребство. Мы можем стукнуть по столу, и здесь тоже нужно тренироваться. И Иаков заканчивает свою первую главу следующими словами. «Будьте же исполнителями слова», имеется в виду слова Божьего, «а не только слушатели, обманывающие сами себя. Кто вникнет в закон совершенный», это 25 стих, «закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Блажен в действовании – это то же самое слово, которое записано раз 8-10 в Матфея в 5 главе. «Блаженные, благословенные, Богом окутанные вы, когда вы в нем и Он благословляет вас». И это классная позиция человека. Авраам был блажен, потому что Бог поднял его, проведя через самые разные искушения, испытания. И Авраам не раз наверняка стоял перед Господом, каясь в тех первичных непониманьках, которые способствовали проявлению греха. И мы должны проходить подобный путь. Пусть Бог всем нам поможет. Я на этом буду заканчивать первую главу и хочу помолиться, чтобы Бог укрепил нас. Но мы продолжим в следующий раз изучать Иакова. Небесный Отец, прошу Тебя, чтобы Руаха Кодеш позволил каждому из нас быть внимательным к своему состоянию. Помоги нам тушить похоть, неважно какого рода, или очей, или по плоти, или гордости житейской, в самом ее образовании. Сделай нашу совесть чувствительной, чтобы она, как датчики у современных машин, сразу говорила о перегреве, или перекосе, или перегибе. Помоги нам, уповая на жертву Машеха, очищаться, являя свет. А те, кто находится уже в водовороте искушений, дай нам восстановление, исцеление, мудрость, терпение, венец праведности. Помоги, Господь, прошу Тебя во имя Господа и Спасителя Иешуа. Амин. Окей, друзья, мы будем плавно подходить к концу нашего служения сегодня. И перед тем, как мы поставим последнюю песню, я хочу прочитать Берката Коганим, благословение Ааронова, и благословить вас словами из священных писаний. И еще раз напомню, не посчитайте меня дерзким, но напоминаю вам участвовать в финансовых служениях наших. И самое главное, чтобы мы могли молиться друг за друга. И за руководителей, и за всех. Я особый привет передаю Леониду Бернштейну, также всем тем, кто неважно себя чувствует, укрепи вас Господь.
Пусть милость Божья помогает вам. Володе Зайцеву привет. Молимся о тебе. Также всем тем, кого я не назвал, мы говорим шалом вам. Ме Шавей Цион, ме Киилат Шавей Цион, из общины Шавей Цион. И давайте сделаем беркат акуаним. Иварех леха, Адонай ваишмиреха. Яэр Адонай панавелеха вихунеха. Иса Адонай панавелеха. Веясем леха шалом. Башем Иешуа Машиах. Амен. Пусть Бог благословит всех. Шавуатов, Шаббат шалом. И встретимся в среду на разборе и в следующий шаббат в эфире. Шалом вам!